Омской области на базе «Сдюшор» номер 17 прошли первые в истории первенство и чемпионат Сибирского федерального округа по дзюдо-ката. Более 100 спортсменов из Омской, Томской, Новосибирской областей и Красноярского края получили возможность пополнить свои копилки наградами турнира СФО. Мы впервые проводим чемпионат Сибирского федерального округа в Сибири. Так что вы являетесь пионерами дзюдо-ката в Сибирском федеральном округе. И впишите свои фамилии в историю сибирского дзюдо. Представители города Омска уже давным-давно выступают на чемпионатах России по дзюдо-ката. Выступают достаточно успешно. И только сейчас, скажем так, зародилась идея проводить чемпионаты Сибири для того, чтобы выявлять не только лучших спортсменов, как говорится, в Омской области, да, но и в Сибирском федеральном округе. Валентин Петрович объединил вокруг себя несколько сибирских городов, которые приехали сюда участвовать, получить хорошую обкатку, получить опыт, и который нам пригодится, нам спортсменам, нам судьям пригодится на чемпионате России. Ката – это форменные комплексы технических действий дзюдо, имеющие строгий порядок и правила выполнения. Главная цель – обучить спортсменов основным принципам техники дзюдо и довести их использование до автоматизма. Помимо практической пользы, ката имеет свою философию. Каждое действие наделено особым смыслом. В рамках чемпионата спортсмены демонстрировали свою технику в 5 дисциплинах. Мы выступали в 2 дисциплинах. Это катакан гусендзюцу, это и бросковая, и ударная техника, и плюс техника вот с оружием. Вот. Так же, как и вторая дисциплина кимэну-ката, там тоже есть бросковые элементы, есть ударная техника, также есть с оружием. В дисциплине кадакан госиндзюцу Диана и Рахшон Халимовы заняли 2 место. Очень достойно выступили на чемпионате и амичи. Завоевали 1 места в каждой из дисциплин. Всего на счету нашей команды 14 медалей разного достоинства. Как первопроходцы этого, я думаю, это очень большая честь для нас. И, в принципе, что мы здесь находимся, это все заслуга нашего тренера. Эти соревнования являются отборочными для чемпионата России по дзюдо. Ну, мы оцениваем свои шансы, ну, как получится. Надеемся на хороший результат. Собственно, сколько мы потратили времени и сил на подготовку, то и покажем. Лучшие из лучших дзюдоистов уже с 15 по 20 февраля в городе Куровское Московской области будут защищать честь своих регионов на чемпионате и первенстве страны.